Стань моими глазами, Сюнин. Hey, shit!
Скорее!
Неуловимо контрудары! Ну же, помоги мне! Эй, я сам не справлюсь! Помогите! Сюда, на помощь! Славно разжились. Путь!
Замечательно. Спасибо тебе за это. Есть новые карты, Эйвор. Дай взгляну на товары. Что, все? Мне уже пора. До встречи. Хорошего дня. Meyen geht rein.
штата Криплгейт. Вдруг в Лондоне найдется кто дельный. Спокойно. Терпение, друзья, прошу. Очень скоро мы все уладим. Поспокойней, а? Так-то лучше. Потерпи, мастер Хамми. Еще немного, а? Точно как пастух с овцами? Порой так и есть, да. Нужна помощь в чем-нибудь? Здесь есть правитель? Мне хотелось бы поговорить с ним. А, наместник Триггер? Славный Дан здесь уже 4 года как. Триггер? Да, чаще всего он сидит в старой ратуше. Разбирается там с тяжбами. Стоп! Август требует свою долю урожая, серф. Где она? Говори. Мы заняты. Господа, земледельцы Мерсии выплатили все, что причиталось. Августу мало? Пусть подаст прошение. Прошение? Так скажи этому старому торгашу. Если хочет свое яблоко, пусть разинет рот. Это яблоко мастера Хамми. Разинь рот! Это мерзость. Рот разинь! Всегда так шумно. Нет, бывает и тихо, редко. Не убей никого, ладно? Я сдеру кожу с твоего лица. Береги голову. Смотри на врага. Ты дерешься так, будто тебя обокрал сам дьявол. Ты тоже довольно неплох. Рольд, будь добр, отмечай тех торговцев, кто уплатил пошлину, ладно? Значит, у тебя дело к наместнику Триггеру, так? К любому, кто может быть полезен моему клану, клану Ворона. Если это ты, тем лучше. А, нет. Тебе нужен Триггер. Я Риф Шира в западной части Лондона. Слежу за порядком. Риф Шира — странное имя, сразу и не выговоришь. Риф — это титул. А так я Стоу. Стоу из Лондона. Отведи меня к наместнику. Мне стоит с ним познакомиться. Ну что ж, пастырь свое дело сделал. Можно идти к Триггеру. Как мне тебя звать? Усмиритель? Молот Данов? Я Эйвор из клана Ворона. Мы живем к северу отсюда, недалеко от реки Нин. Что ж, я у тебя в долгу, Эйвор. Ты достойный союзник. Значит, это Лондон? Город великанов? Так говорят. Город старый и неприветливый. Но его таинственность мне по душе. Я вырос здесь. Изучал писания апостолов Христа в Лондонвике, саксонской части города. Разве ты священник? Нет. Но меня воспитали монахи. Помогли нищему бастарду встать на ноги. И нищий бастард стал бесстрашным Ривом Лондона. Ну, этот Триггер что-то разглядел во мне. Ему не важно, кто кем родился. У него 2 помощника.
я и воин из данов Эрке. Эрке остался здесь после ухода викингов, обосновавшихся на сезон. Это было 2-3 года назад. Триггер познакомил нас, и теперь мы заботимся о горожанах, как родители о детях. Я родился здесь, а... Стой! Что-то не так. Этот запах. Кровь свежая. Я их знал. Что случилось? Боже, нет! Нет, нет, нет! Его убила третья стрела. Остальные — насмешка над мертвым. Господь, приведи эти души туда, где их будет озарять свет лика твоего. Нам не нужны чужаки, Стоу. Это наше дело. Не будь таким подозрительным. Эйвор помог мне в драке у Криплгейт. Снова гости из гарнизона. Только Брога может выстоять против этих свиней. Пора их приструнить, Стоу. Нельзя позволять им такое. Ты, видимо, Эрке. Второй риф Люндона. Эрке Бодельсон, да, это я. Ты хочешь сказать, он назвал меня вторым ривом? Первый в восточной части. Ему я бы доверил жизнь. Стоу всегда плохо разбирался в людях. Эрке, это Эйвор. Он пришел к Триггеру, чтобы заключить союз для своего клана. Он бы тебе обрадовался. Он верил людям. И вот что с ним стало. Нашел что-нибудь? Я только пришел. Убийцы оставили письмо на теле. Я осмотрюсь. Люди Триггера всегда были рядом. Как убийцы добрались до него? Должно быть, он знал их. Потому и не заподозрил неладно. Господи боже, это мог быть кто угодно. Триггер правил городом. Это письмо. Его оставили на виду. Из Рима пришел орден еретиков, поклоняющихся дохристианским реликвиям. Эрке, Триггер говорил об этом письме. Сказал, что в нем ужасная весть о Люндоне. Здесь говорится о трех язычниках, проникших в Люндон. Они и есть убийцы. О боже, в чем дело? Послание от любовницы. А, нет, от нескольких. В столе Триггера. О, да. Старик был не прочь поглазеть. И правда? Не знал. Инструменты цирюльника. Острые, ими легко резать. Должно быть, именно ими обезглавили Триггера. Есть что-нибудь? Кроме крови, который хватит, чтобы покрасить весь город. Нет. Три пары следов. Двое средних, одни огромные. Не завидую я ему. Стоп. У него что-то в руке. Это не печать Триггера? Нет, похоже на римскую. Видимо, была на письме, что он открыл.
Неспроста этот человек сжимал печать в руке, когда его настигла смерть. Из-за нее и убили. Теперь я ясно понимаю, что здесь произошло. Триггер был убит на месте. Возможно, пока читал письмо. Один из его людей взял печать и хотел сбежать. Но не вышло. Его настиг второй убийца. Его повесили. Убийца был выше него. Третий убийца забрал его глаза и голову Триггера. Как символ. Правитель без головы, стража без глаз. Убийцы ничего не боялись. Это все послание. Убийцы ушли вместе. Три пары следов ведут обратно во двор. В письме говорится о трех еретиках. Имен нет, только прозвища. Некие Пиявка, Стрела и Компас. Подписано тем, кто называет себя бедным воином Христовым. Бедный воин Христов. Странно. Три имени, три убийцы. Твои слова. О, Бальдер, это может быть кто угодно. Кому же верить? Только тем, кто сейчас здесь. Вообще никому, пока не узнаем больше. Стрела, судя по описанию, воинственный дан. Таких в Лондоне немало. Пиявка родом из Уэссекса. И таких у нас тоже много. А Компас — франкский капитан. Их меньше, но вспомнить не могу. Что это за символ? Я узнаю этот знак, он из храма Митры. Я проходил мимо него. Храм Митры? Это церковь? Боже, конечно нет. Митра — ложный языческий бог, которого когда-то чтили воины, построившие город. Наш город захвачен трусами. Мы разделим судьбу Триггера, если не узнаем, кто разжигает вражду. Я говорил, Люнден понимает только язык силы. И ею будем мы. Я не могу уйти вот так. Он... мне нужно... Церковь о нем позаботится, Стоу. Нет. Нет, лучше я сам. Подготовлю его к суду Божьему. Понимаю. Выходи подышать хоть иногда. Здесь воняет. Идем, Брога. Теперь люди чуяли запах этой бойни. Иди осмотрись в храме, Эйвор. Это к востоку отсюда. А я пока побуду с суровым Ривом. Назад! Всем назад! Бой окончен! Скоро вы все узнаете. Если Ривы заупрямятся, выпотрошу их и посажу на трон своего человека. Но Стоу неплохой человек. Поверю ему. Осмотрись, Сюнин. Если это просто руины, откуда столько охраны? Как бы попасть внутрь?
Все они подчиняются компасу. Он приказал стреле набрать новых лучников на западном рынке. Зайду туда. Инструменты цирюльника. Такие же, как в доме Триггера. И письмо, где говорится о плате кузнецу. Переписка пиявки и компаса. Лекарь. Убийца. Пиявка – жуткий человек, но слушается компаса. Этого пока должно хватить. Покажу Эрке и Стоу. В Люндоне прольется еще много крови. У Сюнин будет пир. Thank you.
Сюнин, разведай местность. Осмотрись вокруг. Прошу, осмотрись. И еще увидимся. Если найду хоть трещинку, эта статуя крайне хрупкая и стоит больше лачуги, в которой ты живешь. Это просто голый мужик. Этот маленький римлянин нужен моему другу, Октавиану из Люндона. Я догадываюсь, кто твой друг. Нет,
Осберт не наложит свои грязные лапы на этот непревзойденный шедевр. Осберт? Как забавно. Да, Осберт. Имя достойное неудачника. Он получит эту статуэтку лишь за гору серебра. Я не покину Люнден без этой статуэтки. Так возвращайся сюда серебром, Дан. Нужно каким-то образом отвлечь Максимилиана, чтобы я смог украсть статуэтку. Больше лачуги, в которой ты живешь. Дорочи, это просто голый Несу статуэтку Осберту. Постой. Нужно взглянуть. Если найду хоть трещинку... Что ты делаешь? Прочь отсюда! Нужно каким-то образом отвлечь Максимилиана, чтобы я смог украсть статуэтку. Was meeting.